Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сейчас август, последний месяц лета, и сегодня я решила приготовить августовские фруктово-ягодные десерты. Поехали! Первый десерт из арбуза. Это желейный арбуз. Перевернем арбуз вот так и разделим на две части. Эта задача мне не по силам, я вынуждена обратиться за помощью. Арбуз разрезан пополам, теперь вынимаем мякоть. Я это делаю ложкой для мороженого. Так удобнее всего, думаю. Арбуз почистили, а теперь приготовим желе. В сотейник отправляю яблочный сок. Сюда же отправляю агар-агар. Хорошо все это размешаю. Размешиваю до появления мелких пузырьков. Агар-агар доводим до растворения. Следим за тем, чтобы наша жидкость не вскипела. Приступаем к нарезке фруктов и ягод. Начну я с питай. Так, режем. Посмотрите, какая красота. И на кольцо. И на треугольнички. Отправляем питаю в мисочку. Теперь нарежем клубнику. У меня она вот такая большая. И также есть другие овощи. Теперь нарезаем клубнику. Отправляем клубнику к питайе. А теперь нарежем инжир. У меня он черный и белый. Нарезаю кружочками. Отправляется в миску. Теперь нарежем грушу. Убираем хвостики. И на более мелкие кусочки. Такими треугольниками я нарезала. Груша также отправляется в мисочку. У нас уже тут целое изобилие цветов. Фрукты нарезаны. Добавлю к фруктам немного винограда. Вот так разрезаю ягоды пополам. Все ингредиенты готовы. Теперь будем собирать наш желейный арбуз. Сначала я положу фрукты на дно. Питая, клубника. Положу еще белый инжир, черный инжир. Сюда же отправляем грушу.
виноград. И еще виноград, но сорта кишмиш. Наша арбузная мисочка заполнена. Теперь заливаем желе. Украшу еще клубникой и кишмишем. Вот такая красота у нас получилась. Теперь отправляем наш арбуз в холодильник на 2 часа. 2-й десерт – это дынный и арбузный сорбет. Начнем с дынного сорбета. Нам понадобится дыня. Дыню разрезала пополам. Время убрать сердцевинку. Разрезаю дыню на кубики, а потом измельчу в блендере. Готовим сироп для нашего сорбета. В сотейник отправляем сахар. Сахар заливаем водичкой. Помешаем. На среднем огне растворяем сахар. В холодной воде я растворила кукурузный крахмал. Сахар уже растаял. Теперь к сахару отправляем нашу массу. Хорошенько размешаем. Оставляем остывать. Теперь в блендере пюрируем дыню. Лайм немного разминаем руками. Это для того, чтобы сок из лайма вытекал легче. И разрежем. Пахнет просто великолепно. Отправляем сюда. Сюда же отправляю сироп. И прокручу еще 2-3 минутки. Основа дынного сорбета готова. Теперь отправляем его на 30 минут в холодильник. Затем вытаскиваем, перемешиваем и опять отправляем в холодильник. И так несколько подходов. Точно так же будем готовить арбузный сорбет. Просто дыню заменим на арбуз. Сорбет всю ночь находился в морозильнике. Я 4 раза вытаскивала его из морозильника, перемешивала и обратно отправляла в морозильник. А потом через 30 минут опять вытаскивала и перемешивала. И так я сделала 4 раза. Сорбет из дыни тоже готов. Теперь будем собирать его в стаканчики. Украшая сорбет лепестками свежей мяты, так расправлю листочки и присыплю миндальными лепестками. Вкуснейший летний десерт готов! Я достала из холодильника наш желейный арбуз. Вы только посмотрите, каким красивым он получился. Здесь застыл яблочный сок и желе. Застыли. И желе стало очень прозрачным. Давайте разрежем. Посмотрите, какая красотища. Все фрукты и ягоды отчетливо видны. Посмотрите, какая красотища у меня получилась. Такой свежий, яркий арбуз. Такой десерт украсит любой праздник. Друзья, десерты готовы. Посмотрите, какими красочными, яркими и веселыми они у меня получились. Вы можете готовить такие красочные, яркие десерты для праздников или просто для хорошего настроения. Просто посмотрите, какими красивыми получились десерты.
А в этом рецепте не подвело яблочное желе. Оно получилось прозрачным, и сквозь него видны все фрукты и ягоды. И также сорбет. Я просто не могу передать словами, как же приятно он пахнет. Также сочетание мяты и дыни, или сочетание арбуза и мяты. Пахнет просто великолепно, на вкус это ничуть не хуже. В жаркие и знойные летние дни готовьте такие сорбеты и наслаждайтесь их вкусом и холодочком. А я с вами прощаюсь, до следующих видео, пока-пока!